Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что руки Ридж — это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по Е-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Руки Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь? Ничего. А тебя не осенило? Стилеты же подъедут после заката. Значит, устроим им сюрприз. Надо только подключить питание. Тут ничего не работает. Все отключено. Это ненадолго. Давай проверим подстанцию. Ну давай. Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Пойдем по классике. Старая добрая диверсия. Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора.
Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер! На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Свет. Зацепи чип от тачки, он уводил их. Девица с ирокезом. Норм пример. Прикроем.
Пересядь, я поведу. Окей. Чего ты ждешь? Настолько не терпится, да? Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала. Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда, после переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Знаешь, Найт-Сити научил меня кое-чему. Иногда месть не так уж и сладка. Всегда теряешь больше, чем получаешь. Вряд ли я усвою уроки Найт-Сити. Ну что, вперед? Пизда ему.
позиция опустела! Займите! Господи, давай аккуратнее. Пиздец тебе! У меня все под контролем! Вперед, Ки! Что, сука? Ты что, думал, я тебя прощу? Ебало! Внимание, перезаряжаю! Сейчас всех порвем! Я с тобой сам разберусь! У них подкрепление! Перебьют!
Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Ну как, стало легче? Ну, немного. Поехали отсюда. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? А что это за мотель Sunset? Проверенное место. Недалеко отсюда. С 6-й улицей точно не будет проблем? Я не первый раз для них вожу. Всегда все было культурно. Они должны понимать, как вести дела. Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался. О, этот-то бычит побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите. А он прикольный. Держите, товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не Бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что? Пойдем выпьем. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панам Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь?
Я не могу. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозыха, пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. Ну, значит, за твоего тортика. Спасибо за все, напарник. Еще одно можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. А стилеты, получается, уже все? Да не переживай. Они как тараканы. Их не перетравишь. Но пока можно выдохнуть. Им надо прийти в себя, понять, что случилось. Слушай, а ты хотела бы вернуться к Альдекальдо? Может, не сейчас, но когда-нибудь? Даже не знаю. С одной стороны, вне клана у меня никого нет. Я даже не знаю, как без него жить. А с другой? Кто я без своего клана? Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Я тоже ушел из своего клана. А, да, точно. Семья Бакеров, да? Ага. Я переехал в Найт-Сити, ухватился за первую возможность и... И? И потерял почти все. Ну, класс. Ты умеешь обнадеживать. Лучше поговорим о чем-нибудь еще. А о чем угодно. Ну ладно, переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. Как раз сэкономим. Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну, я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день. Но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня, я просто падаю с ног. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Пойду посплю немного. Ах, наконец-то начинаю немного отходить. Наверное, упаду в кровать и сразу усну. Тебе тоже лучше отдохнуть. Это только начало. Само собой. Доброй ночи. Угу.
Меня сейчас вырвет. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Гидравлика должна быть исправна, а то нам еще по ухабам трястись. Ну что, как спалось? Нормально. Привет. Ну вот и поговорили. А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились. Ты кричал. Серьезно? Не парься, мне не привыкать. Мич и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Много месяцев. Что бы тебя ни тревожило, все пройдет. Будем надеяться. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Электростанция? Погоди, ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? Они пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. Вот я, например, вез однажды настоящую игуану. Серьезно? Живую?
Ага, прикинь. Кто-то дал ей снотворное и упаковал в ящик. Не знаю зачем, но мне с этой работы нормально перепало. А что у тебя? Твое слово. Замдиректора по финансам Кавказа. Воу. Ну тогда ничья. В багажнике. Мертвого. Вот и выиграла. Любишь гадить корпоратом, да? С чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты. Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это тот. Сейчас приедем к дамбе и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон, и при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся, просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком, иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой, сначала диагностика. Черт, все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. У меня в голове биопроцессор, который работает независимо от мозга. Наверное, он и не проходит твою диагностику. Наверное. Никакие данные из него не утекут. Твоей тачке ничего не грозит. Ок, я верю, что ты ничего не сломаешь. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще раз. Длинные очереди. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Калибровка — это круто, но не мешало бы еще софт обновить. Ворон, сканер, контроллеры — все это устарело минимум на два поколения. Я тебе могу нарыть что-нибудь получше на блошином рынке в Кабуке. Если хочешь, конечно. Угу, я подумаю. Главное, что сейчас все работает. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня. 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похож на меня больше, чем тебе кажется. Сам увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Хер раз два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе, то каждая из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха в паутину. Надо только ёбнуть импульсом в нужный момент. Пошли ёбнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов, поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только...
Да знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично, поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Я думал, вы уже проворачивали что-то такое в клане. Нет. Однажды мы отбивали нашего у конвоя. Но это ни в какое сравнение не идет. Тут риск гораздо больше. Ты скучаешь? В смысле? По риску? Да не по риску, по клану, по семье. Я то же самое могу спросить. Тебе хорошо без семьи? Нет, эту страницу я перелистнул. Вообще, я стараюсь не жалеть о прошлом. Пустая трата времени. Хорошо бы и мне так научиться. Но пока не выходит. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готов. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви! Я подключу детонатор, давай! По-моему, мы переборщили. Жить будешь. Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя ёлка. Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Уёбывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собирался разложить тут плед и позагорать. Уже крем для загара достал. Я серьезно. В следующий раз мы... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Понял.
На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы — это прямо то, что доктор прописал. Но ты прям читаешь мои мысли. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. От ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно! Летит с Пасифики! Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум! Готово. Черт, что такое? Что происходит? Супер. Просто супер. Да ебись оно все. Панам, двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Панам, ты что вытворяешь? Теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. Ха, после такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это Митя, Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи сами Скорпион, заработают. Это по нам. Не трогайте, это Ави. Повторяю, не трогайте, это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник вести. Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпорат. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дрон. Да, приготовься. Они хотят нас удержать. Кира Лысова! Мы должны добраться до Скорпиона с Питчем. Заело, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот. Они у нас на хвосте, банан. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. Банан! Да ничего со мной не будет. Вот так, нормально. Еще часик протяну. Часика хватит. Этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Банан, все нормально? Долбаный рикошет. Ты как, жива? А то живее всех живых. Чувак, ты где? Ага. Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебанутся! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Две с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. Мича.
просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону, просканируем округу. Надо узнать, что творится. Погнали. Подключишься к визору. Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю, я... знаю. Подключился. Беру управление. Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно. Мы пока гранатами ничего не знаем. Нас разъебут, если подойдем ближе. Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Дроны. Система защиты активна. Зачистили территорию. Теперь ждут подкрепления. Черт. Помехи, я бы их предупредила. Это все из-за меня. На кой хер они поехали за этим Ави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Давай так. Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно, размечтался. Я с тобой, там мои парни. Панам, ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине, я попробую разъебать гранатомет. Ну, ладно. У меня есть винтовка Митча,
Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел.